Специальное предложение только сегодняшнего дня в рубрике «Мода». Это стильная водолазка. Коллаборация двух известных брендов – «Мегаполис» и «Полесье». А самая универсальная вещь любого гардероба. Повседневный наряд она сделает немного аристократичнее и, наоборот, официальный стиль более расслабленным. А еще именно водолазка защитит от холода и ветра, обезопасив нас с вами от простуды. Микола Комендров – эксперт рубрики «Мода», дизайнер собственных коллекции одежды, в которые, кстати, входили и водолазки. Любитель этого предмета гардероба уже, кстати, на себя примерил нашу водолазку Вирджиния. Да, потому что водолазка Вирджиния будет сегодня семейным предметом одежды, потому что вы сможете ее выбрать как для себя, так и для него. Водолазка Вирджиния выполнена по традициям классики водолазки. Вточной рукав, удлиненный воротник на два оборота и пластичного мягкого трикотажа каркаше. Данное предложение у нас с вами будет представлено из 100% пана, потому что его благородно исплел в виде такой мягкой, уютной фактуры бренд Полесье. А как раз-таки бренд Мегаполис создавал оттенки красок и, безусловно, доработал классический силуэт для того, чтобы она стала универсальной для всех типов фигуры. И посмотрите, как выглядят наши девочки в водолазках. Выберем сейчас для вас цвет, потому что расцветки потрясающие здесь. Молочный сейчас на ваших экранах. Посмотрите, очень нежный, благородный, сдержанный. Ты как раз его держал у себя в руках. Твой выбор, Микола, это бордовый оттенок. Вот причем для мужчин я его совмещаю как две водолазки. В этой серой я сегодня пришел, эту здесь надел. Бордовый рекомендую сегодня забирать и как минимум пару. Небесный мой выбор. Я главный цвет будущего года. Поярче, ясное небо. Да, актуально. Забирайте. Синий цвет также есть в наличии. Темно-синий будет называться в заказе. Есть у нас пудровый оттенок. Мы его на Нике сейчас с вами видим. И Ника сочетает вместе с жакетом Синда. Посмотрите, как эффектно смотрится образ. Да, сдержанно, благородно. И еще один вариант цвета. Серый на нашей Олечке. Посмотрите, она тоже сочетает с жакетом, с кардиганом Шейди. Роскошные образы, спокойные, мягкие, утонченные. Но на каждой ли фигуре будет так сидеть наша водолазка? Как размер выбираем, Микол? Для дам мы сегодня будем выбирать четко размер в размер. Линейка у нас стандартная для бренда Мегаполис от 46 по 60. Размер для мужчин выбираем на размер больше. То есть, смотрите, например, на Оле вы видели сейчас ее 54-м. В молочном оттенке на Ксении 50-й. Пудровый цвет в 50-м размере у нас с вами представлен также на Нике. 46-й представлен на тебе. И 54-й вместо 52-го на мне, потому что у меня плечи 52, мне как мужчине нужна водолазка на размер плюс. Поэтому для себя размер в размер, для него на размер больше. Для всей семьи сегодня подходит наше специальное предложение сегодняшнего дня. Более 240 тысяч водолазок за 9 лет существования телеканала «Шоп-н-шоу» было продано. Вы любите водолазки, потому что они есть в любом гардеробе. Ну и, конечно же, коллаборация двух известных брендов, которым вы доверяете. Мегаполис и Полесье. Это качество, стиль и лаконичность. Внимание, милые модницы, только сегодня цена 1299 рублей. Ну, Микол, я вот наблюдаю за модой, да? У нас кардиганы меняются по фасону, жакеты меняются. Неизменным атрибутом гардероба остается все-таки водолазка. Мои родители носили, причем как папа и мама, я ношу, дочка моя носит. Публичные люди, которых ты одеваешь, тоже носят водолазки. В чем секрет успеха? Секрет успеха именно в качестве изделия. Ведь водолазку чаще всего делают из самых мягчайших тканей, чтобы она нательно была приятна. Безусловно, конечно, водолазка имеет такую конструкцию, которая защищает все самые важные части нашего тела. Да? Горло, которое чаще всего заболевает, ангина, тонзиллиты и так далее. Ну и, безусловно, является таким вакуумом для основной части тела, где идут грудь и верхние части конечностей, что дает возможности создать именно вот этот самое тепло, которое начинает прогревать. В любом случае, в повседневной жизни, ковровой дорожке или это какие-то мероприятия, артисты и звезды выбирают тоже водолазку для себя. Вот, кстати, Ирина Шейк, наша с вами российская супермодель, она часто появляется вне подиума в водолазках. С чем носить водолазку? С юбкой-карандаш, джинсами. Это могут быть вельветовые фактуры, это может быть кожа, это может быть шифон, кружево и любые другие изделия. Я действительно в своих коллекциях тоже выпускал водолазки, они были с принтами и надписями в
зоне шеи. Да и, в принципе, водолазки я обожаю. У меня в самом гардеробе их несколько. Сегодня пришел в серый, сейчас совместил ее с бордовой, создал новую комбинаторику. Почему бы и нет? Мягкая, комфортная водолазка от двух брендов «Мегаполис» и «Полесье». 6 вариантов расцветок и размерная линейка до 60-го. Водолазка, которую мы с удовольствием с вами надеваем и в серые будни, и, конечно же, в свои выходные дни. Именно сегодня с выгодой 45%. Успевайте делать свои заказы, ведь это специальное предложение сегодняшнего дня. Микол, я на днях купила целых 3 водолазки. Из них только 2 вот такие, знаешь, свободные, комфортные. Одну взяла прямо тоненькая-тоненькая. Я понимаю, что очень тоненькую водолазку я отдельно, как самостоятельный элемент гардероба, носить не смогу. Ну, слишком уж она подчеркивает тело. Значит, накидывать нужно что-то сверху. А нашу водолазку вот мы по отдельности вот так сможем носить все-таки, да, Микол? Да, при этом мы можем ее носить в разных размерах, и тем самым она будет видоизменяться. Можно взять свой размер, она будет сидеть вот так. Можно взять размер меньше, она будет сидеть максимально обтягивающе и будет подходить для ношения под узкие жакеты и кардиганы. И можно взять ее в 100 раз больше себя, и она будет смотреться как эффектный такой удобный мягкий свитер с воротником. Давайте ее померяем по сантиметрам, чтобы понимать, как она у нас с вами будет садиться в фигуре. Молочный оттенок у меня сейчас в руках, он 52 размера, то есть по российским стандартам 104 по размеру. Рукав у нас с вами растяжимость до 33-32, в свободном состоянии около 20. То есть мы получаем с вами 40 в окружности. Пышная ручка пройдет здесь достаточно идеально. Сама конструкция проймы у нас с вами 25-26, то есть стремится к 50. Этого достаточно, чтобы посадить как раз-таки у нас с вами подмышечную зону. Воротник стойка 18 сантиметров, можно носить его вот так, можно скручивать в 2 оборота, то есть делать укороченный ворот и, безусловно, конечно же, саму длину. Длина 67 сантиметров, от воротника до плеча 14 на 2 сантиметра больше ГОСТа, то есть плечо подойдет для острого плеча и достаточно покатого. Я вам как доказательство, как пример, мужские плечи всегда острые, я выбираю на размер плюс, и она сидит, даже при этом она не сползает. Рукава не подтягиваются. Мягкая, комфортная водолазка. Стирать будем легко, Микол? Да, иду к тебе. Сейчас мы будем делать с тобой вот этот вот эффект. Помоги мне. Давай, но прежде чем мы с тобой продолжим с этим эффектом, я хочу сказать, что только сегодня специальное предложение сегодняшнего дня. 1299 рублей. Посмотрите, водолазка остается такой же, как вы ее закажете. Успевайте, ведь это самое выгодное предложение сегодняшнего дня.